уроках не до скуки, мы грызем гранит науки. Если пухом пролетело, было слышно в тишине уравнения и задачи, как же может быть иначе? И вот прямо на уроке один мальчик шепчет мне: Танюшка, Танюшка, он шепчет мне на ушко: Танюшка, Танюшка, а ты такая душка. Танюшка, Танюшка, он говорит на ушко: Танюшка, Танюшка, ты лучшая подружка. Об уроке у меня пылают щеки, как от быстрой карусели закружилась голова. Ничего вокруг не вижу и учителя не слышу, потому что очень громко на весь мир звучат слова: Танюшка, Танюшка, он шепчет мне на ухо.